Вопрос. Нет ли у вас намерения адаптировать ваши работы для понимания их учениками 7-8 классов хотя бы? Ну, здесь вопрос. Я зачитал эту записку, это хороший вопрос. А зачем адаптировать? Еще когда я был в Америке, у меня на родине один учитель «Неоданную вселенную» книжку проходил со своими школьниками, ну, на факультативе, естественно, так. И он писал письма, что ребята воспринимают легко и свободно. Так что адаптировать ничего не нужно. Не нужно сначала мозги закомпенсировать ерундой, чтобы потом ее потом ломать и строить новые. Если сразу давать детям правильную информацию, они как раз и воспринимают очень легко и просто. А вот когда что-то вбили в голову, бездоказательно, как догму, то, естественно, потом это очень плохо выходит. Так что адаптировать особо не нужно.